Привет, это TDNews.ru. Мы находимся в мобильном конгрессе 2014. Рассказываем вам про планшет Lenovo Yoga Tablet 2 HD+. Как говорят на стенде Lenovo, чем длиннее название, тем лучше планшет. Это планшет семейства Yoga. Как вы видите, у него есть характерная подставка. От предыдущего поколения отличается в том числе тем, что подставка стала длиннее. Планшет теперь устойчивый. Более того, можно менять угол наклона, планшет все равно останется стоять. Самое главное изменение – это экран. Теперь его разрешение составляет 1920 на 1200 точек. Это IPS-матрица, очень даже качественная. Планшет основан на процессоре Qualcomm Snapdragon 400 4-ядерном с частотой 1,6 ГГц. В предыдущем, напомним, был MediaTek. Также в нем есть 2 гигабайта оперативной памяти, 8-мегапиксельная камера. Это 3G-версия планшета, то есть он поддерживает сети вплоть до HSPA+, LTE здесь не предусмотрено. Стоит такой планшет будет около $350.